без скорости. И в этой ситуации постепенно, когда нападающий ЦСКА удается догнать игрока, владеющего шайбой, они достаточно смело действуют. Шайба была на ленточке или около, была за спиной Юханссона. Нет, показывает Раводин, как раз, что по его мнению, шайба не пересекла линию ворот. Здесь шайба не засчитана. Ну и, но правда, это тот случай, когда все-таки удалось игрокам СКА пропихнуть шайбу мимо Ларса Юханссона, но его подстраховал Богдан Киселевич. Даш, а как реагирует на лавке вот в этот момент, когда она то ли была там на ленточке, то ли не была? Ну, СКА, естественно, бурно отреагировал. Все вскочили, стали радоваться голу, которого, видимо, не было. У ЦСКА все спокойно. Здесь вообще, чем дальше, тем меньше слов. И просто, естественно, просят бросать по воротам и открываться друг под друга. Ситуация, да, в которой, ну, во-первых, даже не поехали просматривать, но по телевизионном повторе сверху было отлично видно, что шайба не пересекла линию ворот. Она должна полностью пересечь линию ворот. Да, она была на ленточке. И там, кстати, в конечном итоге еще и своим щитком сумел зацепить ее Ларс Юханссон, после чего она пошла вдоль.